Сейчас я собираю свой пенал. У меня здесь три отделения. Первое, второе, третье. Тут немножко грязно. Куча канцелярии. Я начну. Первое отделение можно положить черную ручку. Такую. Чтобы еще положить еще одну черную ручку. Хотя, мне кажется, это не надо. Понятно. Лучше тогда с колбачком возьму. Так, еще возьму обычную ручку. Еще одну обычную запасную возьму. Синюю гелевую ручку. Зеленую. Зеленая это для работы над ошибками. Возьму еще, потому что мне часто просят зеленые ручки. Возьму красную. Будет вторая часть.